Рекомендую вам, ребята, подписаться на канал Ветер Свободы. Ребят, на этом канале уже практически 30 тысяч подписчиков. Ну, а автор данного канала выпускает достаточно интересные видосы, такие как тесты комплектов, покупки всеразличных устройств и просто нереальные суммы донатов. В общем-то, если вы заинтересовались данным каналом, переходите на него при помощи аннотации, либо ссылки в описании. Но я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк под это видео, подпишись на канал и напиши свой ник в комментариях. Также не забудь нажать на шестеренку и поставить галочку, чтобы получать уведомления о новых видео. Более подробная информация в описании. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, у нас на повестке дня Танки X. Вот, ребята, замечательная игрушка Танки X. Конечно, мы играем на максимальных настройках. Все у нас, в общем-то, довольно-таки круто и суперски. Уже первый крит у нас отлавливает наш молот. И это меня какой-то чувак там просто подпер. Я, если честно, ребята, думал, уже я в какую-то текстуру ореховскую впилялся, но нет, слава тебе, Господи. Орехом тут и не пахнет. Ну, это на самом деле очень круто, но меня все-таки убили, но я сделал 2 килла. Это очень, ну, очень насело. Вот, ребята, вообще, что хочу сказать по игрушке Танки X. Вот, игрушечка мне очень сильно нравится. То есть, после установки компьютера, вот я сейчас на ней, соответственно, играю. Отжал у чувака тупо. Охереть! Я на ДДшного прям молота вылетел. Вот это просто не найсово. Вот, что хочу, ребят, сказать вам по этой игрушечке. Вот, игрушка мне очень сильно нравится. Прям, я не знаю, прям вот все максимальное нравение мое ко всем играм. Игрушечка Танки X мне нравится даже больше, чем Танки Online. Но в Танк Online сейчас у нас присутствует пока атмосфера некая. А что это у нас чувак залагал? Или что? Нихера себе. А что у нас так чувак залагал? Чувак уже, блин, не успел зайти в Танки X, а уже лагает. Эй, чувак, это что такой жесткий-то? Ты наришь и наришь. Блин, давай, Изитка, разбирайся с ним. Вот, ребят, пока у меня тут уровень мастерства, в принципе, на практически минимальных. То есть это он что ли второй или какой-то у меня в этом, что-то в этом духе, короче, либо второй, либо третий. Вот, так как я начал играть довольно-таки тоже в эту игру недавно и усиленно начал играть только с, как раз таки с сегодняшнего дня. Вот до этого, то есть я там заходил, что-то записал, ну и вышел, соответственно, отсюда, потому что как бы я просто тестировал себе новую видеокарту. Охереть, он на ДДшке был? Или что? Как он меня так ваншотит? Это же вообще просто нереально сделать. Не, ну блин, да, видите, как, опять же, какое у меня звание, здесь звание пока тоже у меня ни о чем, какой-то новобранец, какой-то то ли первый, то ли второй. Вот единственное, ребята, мне в этой игре очень прям дико мне не нравится, это тот факт, то, что здесь у нас звания какие-то прям очень непонятные. Ну, серьезно, они прям настолько непонятные, то, что даже я вот участвую в этой, в принципе, в Танках X открытого, закрытого бета-тестирования, я еще до сих пор ни хрена в этих званиях не разобрался. Не узнал там какое максимальное звание, но зато узнал очень много различных приколюшек, которые будет очень насело играть. То есть, ну, первый, наверное, такой глобальный минус в Танках X, который, по крайней мере, сейчас присутствует и, возможно, будет присутствовать вообще у нас, ребят, на всей протяженности игры. То есть нам нельзя будет создавать битвы. То есть, ну, я так думаю, это у нас такое временное явление, а может быть и не временное. Вот, но сейчас это сделать нельзя, потому что как раз-таки разработчики у нас говорят то, что именно из-за этого, то есть в игре Танки Онлайн и происходили такие жесткие лаги. То есть из-за того, что все создают все различные закрытые битвы, просто битвы создают и выходят потом. Вот, и это у них все дело как-то нагружается, и, короче, все в этом плохо. Короче, в этом у них вся главная проблема. То есть лагают у нас Танки Онлайн из-за того, что создаются битвы. Вот, здесь пока такой у нас возможности нет, то есть создавать битвы. И здесь, если я, опять же, захочу какой-нибудь нит записать или еще что-то в этом духе, у меня это, конечно, ребята, сделать не получится. Вот, но буду я пока здесь в танках качать это вас по смоку. Почему смоку? Да потому что она сразу дается с самого первого, так сказать. Как вы только прогрузились в танки, их сразу вы можете смоку. Вот, было у меня еще, кстати, предложение, ребят, не знаю, по поводу смоки. Возможно, если я буду дальше качать и микропрокачивать, это грома.
Вот, ну, с этим я не знаю, еще, может быть, даже повременю, а может быть и не повременю. Вот, потому что Гром у нас тоже довольно-таки пушка прикольная, которая мне нравится. И, в принципе, она здесь работает на всех абсолютных картах, которые у нас в танках X сейчас существуют. Это, то есть, Кунгур, что там еще? Кунгур, Тишина, Бойня, Риу и вроде бы Иран. Вот, вроде бы все карты назвал, а может быть, ребята, и не все. Если, конечно, не все, вы меня там поправьте в комментариях по данным видеоролику, скажите, вот, Вайдер, ты то-то, то-то пропустил. И потом опять начнется дикое съедание меня в комментах. Вот, но пока у меня смог, ребят, не вкачано. Здесь, во-первых, и урон у меня... Охереть, просто чувак на молоте сделал даблкил. То есть в танках онлайн на молоте сделать даблкил, ну, это такой рандом должен быть, рандомный, чтобы у вас все получилось так замутить, вот этот даблкил, там как-то надо, я не знаю, встать, как-то так встать, и потом еще вот это сделать, и потом третье, десятое, там пятое, шестое, ну, это, короче, ребята, очень сложно, очень трудно, но здесь все-таки получилось, что как-то сделать, не знаю, может быть, даже он, у него МПКш, но тут пока нету функции такой, чтобы смотреть, у кого на что, сколько МПКш, но зато здесь есть замечательно функция, которая позволяет, даже если у тебя, так сказать, вооружение очень прокачанное, вот, если, в принципе, ты заходишь в биту, которая ниже тебя по рангам, то есть, вроде как бы, вооружение должно у тебя уменьшаться. Вот, ты сможешь все играть, у тебя нарко будет, но зато у тебя вооружение уменьшится до нужного, так сказать, мастерства этой битвы, и ты можешь здесь играть. Мне кажется, ребята, это, опять же, очень крутая фишка, и мне кажется, как раз-таки будет все различные рубрики и конкурсы, которые вот, трудно очень провести в танках онлайн. Там нужно заходить на мульта, там еще на одного мульта. Но здесь можно просто будет создать на том же самом максимальном звании, там Генус или какое здесь звание, я уже не знаю, если честно, пока еще, потому что, опять же, не разбирался в этом. Вот, и тупо сперва создать такой диапазон, зайти с основного аккаунта, потом создать еще один диапазон, зайти с основного аккаунта. И, в принципе, все в этом духе, все в этом плане. Это будет довольно-таки найсово. И, может быть, даже это какое-то решение, как раз-таки по борьбе с мультами, с этим создаванием множества всеразличных аккаунтов, ну, ребята в этом, в танк онлайн, и как раз-таки, если они так замутят, то получается, смотрите, вам нужно будет всего лишь качать, да и, в принципе, донатить там на нарку и т.д. и т.п. только на один аккаунт, ну, сможете вы с этой наркой входить вообще всеразличным мастерством? Мне кажется, это очень-очень nice. Не знаю, конечно, как еще на дисбаланс это будет зависеть, потому что, опять же, если какой-нибудь зайдет чувак, у которого просто херово туча нарки, зайдет каким-нибудь малькам, у которых нарки не очень-то и много, и мне кажется, он их будет тотально как раз-таки нагибать и гнуть из-за своей нарочки. Потому что, ну потому что, ребят, согласитесь, нарка, что в танках X, что в танках онлайн, она решает на самом деле очень много. И если у чувака там нет нарочки, он не может оказать такой достойный соперник чуваку, у которого есть нарка, там флаг тот же самый увести, там нарить аптечку плюс броньку, мне кажется, это уже будет не очень круто, нихера себе. Паркурчик. Кстати, да, ребята, опять же, по поводу паркура в танках X, я тоже не знаю пока здесь, что, как это все будет делать, потому что, ну, во-первых, у меня здесь ничего не прокачано, не знаю, есть ли килл-зона на тех же самых домах, там, как минки, что будет решать, опять же, здесь нужно, чтобы добавили модули, еще что-то нужно, чтобы добавили, чтобы как раз-таки паркурить нормально, но пока здесь можно довольствоваться только малым, залезать на какие-то маленькие домики, либо ждать какого-нибудь читера, который придет и будет тебя закидывать на паркуре там в какие-нибудь дома, потому что я на ютубчике уже смотрел такие ролики, где просто читеры там, знаете, бесконечно стреляют с рельсы, там с еще что-то, и закидывают как раз таки добросовестных игроков на различные дома, и там вроде бы как бы нету киллзоны, но не знаю, не знаю, ребята, как что будет, но вроде бы как бы в танках онлайн у нас сперва тоже не было такого понятия, как типа киллзона, можно было заехать в принципе в любое вообще место, но вот раньше только карта у нас заканчивалась, если ты куда-то залезаешь, то ты просто падаешь в пропасть и ничего, соответственно, больше ты сделать не сможешь, но здесь у нас в принципе, потом добавились вот эта расширенная карта танк онлайн, тоже фишка довольно-таки неплохая вроде как бы, вот, и потом что-то
начали вот эти все расширения делать, танки у нас начали лагать из-за этого. Может быть, у кого-то не из-за этого, но, по крайней мере, когда у меня были, так сказать, херовенький комп, вот прям самый-самый херовый комп. Мало того, что я на этом копе не мог зайти и так в обычную битву тишину, ту же самую, там еще что-то. И когда вводили вот эти как раз таки все обновления с этим расширением карт и т.д. и т.п., я вообще не мог даже входить. То есть, ну это настолько, мне кажется, также нагружает слабые компы, и это вообще не круто. Хотя вроде как бы разработчики говорили, что это нагружать компьютер ваш вообще нисколько не будет, то есть вы это не, абсолютно никак не почувствуете, но вот визуально все будет у нас довольно-таки nice. Хотя как мы это не почувствуем, если по этим же самым местам можно так же само ездить, то есть эта земля, это твердая поверхность, она просто такая, так сказать, текстура непрорисованная. И это, опять же, все нагружает видюху. Ну, я так думаю, время у нас идет, и сейчас слабых компов осталось не очень-таки сильно, и мы это и много, и здесь себе, по крайней мере, делают апгрейдики небольшие. Ну, хотя вот, чтобы играть на максимальных настройках в танках X, тоже нужно себе иметь довольно-таки неплохой комп, который нехилые бабки такие стоит. Так, надо эту рельсуху снести, и давайте сейчас как-нибудь подкрадемся до нее, что ли. Потому что наши там чуваки заходят на флажочек, а она здесь, значит, стоит и всех сливает. Это не очень круто, чувак, ты и так не должен делать. Это что сейчас было? Это он меня убил? Это он меня убил, а как он у меня убил еще до того, как рельса выстрелила? Или там мина была? Или что там вообще такое было? Было, ребята, я не знаю, что там в натуре такое было, но что-то здесь нечисто пахнет. Либо я чего-то не понимаю, либо я прям вообще не очень сильно скилловый игрок. Так. Не, чувак, мне покажется, ты не уйдешь с этим флажочком. Я сейчас тебя своей самокой просто добью на изичах. Хотя, может быть, это там на аптечке, на броне. Не, все-таки зарешал Вайдер вопрос. И вернет флажочек. Да, ребята, просто вернул флажочек по красоте. Если бы я, кстати, его не вернул, это бы уже был у нас счет 4-2. Вот, а так у нас счет 3-3. Из-за моего возвратика довольно-таки многое решилось. Так, сколько у нас тут до конца битвы осталось? Ой, смотрите, я еще и на плохом месте. Если честно, я думал, здесь в каком-то днище буду находиться, потому что, опять же, в танки их захожу прям очень-очень, я не знаю, прям редко. И сегодня буквально, опять же, ребята, говорю, первый раз захожу в эту игрушечку и, так сказать, уже с пылу с жару начинаю записывать для вас видосик, потому что, ну, опять же, что-то в последнее время из-за моего обновления компа, то есть пока я это все дело обновлял, пока я все дело настраивал, видосик, конечно, у нас выходили не очень часто, вот, но если быть точнее, там один день вообще не выходил, один день, потом там одно видео вышло, потом я как-то выкладывал все видео, там 3 штуки или 4, вот, но ночью их выложил тоже, они там довольно-таки, не знаю, наверное, немногие их увидели, но, ребята, думаю, сейчас все уже наладится, мне осталось там настроить последние, так сказать, настроечки на моем ОБСике, и потом уже будет довольно-таки все круто и найсово. Так, блин, надо изиду хавать. No. Черт возьми. Блин, вот я прекрасно понимаю то, что надо именно дамажить изиду. Надо убивать как раз-таки ту самую сраную леголку, которая помогает этому чуваку. Но вот что-то на подсознательном уровне я почему-то не могу это сделать. И, кстати, меня тоже, ребята, волнует вопрос. Голд. Меня волнует вопрос, ребята, голд. Меня просто волнует вопрос, у нас голд. А где у нас голдик будет? Я пока не вижу его. На мосту, наверное. Эй, голдик, ты где? Голдик? Где, ребята, у нас голд? Я его не вижу. Охереть, он, наверное, уже падает. Да? Он падает? Да, он упал, ребята. И он был на мосту. Блин, ну что-то здесь вообще очень быстро голд падает. И я вообще ничего не успеваю сделать. То есть я увидел надпись.
то есть увидел, услышал надпись. Надписи я не увидел, потому что здесь пока нет такой красивенькой надписи. И мне кажется, это очень херово, потому что, ну, на мой взгляд, должна быть такая надпись, опять же, и в танках, и что ж, типа, вот, золотой ящик падает, потому что это очень атмосферно и очень красиво, и мне это безумно нравилось в танках онлайн, как раз-таки, когда эта надпись просто выдвигалась, и вы видели, что голд действительно падает, ее не пропустишь в любом случае. Ой, чувак у нас тут там в ямке лежит, вражеский как раз-таки, и не знаю, что он делает. Наверное, мультит или еще что-то в этом духе, но нам это, так сказать, на руку. Блин, вот единственное обидно то, что мы здесь проиграли, потому что я, елки-палки, с моим нубовством просто, ребята, на первом месте сейчас в этой битве нахожусь. Плюс еще у нас голд здесь выпал, но это, мне кажется, просто найс и круто. Но, к сожалению, я даже не увидел, как он падает, но факт то, что голд у нас выпал в этой битовке, это очень-очень-очень найсово, ребята. Блин... Я вот, кстати, ребят, еще ни одного не словил голда как раз-таки на своем аккаунте, вот этом Вайдри. То есть я видел голды на разных других аккаунтах, там на Кэт, когда у меня аккаунт был. Вроде бы на Кэте я даже один голд поймал, но вот на Вайдри как раз я еще вообще ни одногошеньки как раз-таки голда себе не словил в копилочку мою. Да, ну блин, да, тут закончились. О, кстати, меня тут чувак все-таки сдвинул на второе место, но все-таки, ребята, круто довольно-таки было, и немножко с вами поболтали, и голдик был, и все найсво. В общем-то, ребята, если вам понравилось данное видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну а с вами был Вайдер, всем пока-пока!